В этом уроке мы разберем, как в описании карточки товара сделать нужное нам форматирование. Иногда бывает так, что мы вставляем содержимое из документа Word, Excel или с каких-либо сайтов, и у нас форматирование нарушается. Ну, возьмем пример. Вот возьмем произвольный текст, выделяем. Идем на наш сайт. Идем в карточку создания товара. Так, добавить товара. Но если интернет не очень быстрый и компьютер не очень мощный, то могут быть такие вот замедления, как вот у меня сейчас. То есть идем, например, мы в подробно. Вот видите, да? У нас есть витик, вот сюда вот мы идем, Ctrl-O вставляем текст, и вот видите, у нас получается текст, который мы ставили, который был на сайте, вот такого форматирования. Вот мы идем в HTML, переключаемся, видите, у нас много лишней информации, тегов разных. Это все избыточная информация, это может нарушиться у нас форматирование. Поэтому мы что делаем? Так, удаляем это все. Значит, мы из визуального редактора идем в HTML, кликаем вот сюда вот. Так, сюда мы вставляем наш текст. Видите, в каком у нас виде получается. Далее переключаемся в визуальный редактор. И здесь уже редактируем как нам угодно. Ну, например, вот разбиваем на абзацы, какие нам нужно. Выделяем форматирование, какое нам нужно. Вот видите, жирным. Там, не знаю, ссылки можно ставить, гиперссылки на другие страницы или сайты. Вот видите, адрес ссылки. Ну, любой тут можем. Допустим. Ну, для примера. Сохранить. И вот видите, у нас уже у нас появилась такая ссылка. И теперь вот если мы идем в HTML просмотр, то смотрите, как что у нас получается. Видите, какой маленький код. А до этого у нас был. Ну, давайте еще раз для примера. Идем на наш сайт, сюда вот копируем. Вставляем его сюда. Идем в режим HTML просмотра. И вот смотрите, вот что у нас было создано нами, да? И вот то, что мы прямо скопировали с сайта. Видите, сколько лишней информации? Вот. То есть таким образом мы делаем нужное нам форматирование. Все, урок закончен.